Саша, которая сегодня написала пост о том, что захотела удалиться с Инстаграма, вышла в прямой эфир. Нет, я не похудела. Никогда не видела тебя вживую. А сынок хорошо, сынок спит. Да, я его смотрела, она сказала. Ну, кто-то читает. Привет, Санапы. Где Егор? Егор на сборах. Хнык. Не удаляйтесь, вы являетесь мотиватором для многих. Я просто... Во-первых, я как-то... Мне лень. Реально лень. Выкладывать, все выставлять. Просто был период, когда мне приходилось скрывать мое состояние, которое у меня было, и я, видимо, привыкла к этому. С Питера привет. Привет. Кстати, еду к вам на следующей неделе. Мускабан. Что делаешь, когда в голову начинает лезть ерунда, переключаться очень быстро? Да, как всегда. Не было аллергии на нарощенные ресницы? Не было. Я не работаю на кого-то. Даже ничего не делать, просто приятно за вами. Спасибо. Ты повзрослела, раньше ты была круче. Как вы могли пережить прошлые отношения, не впасть в депрессию? Блин, да не знаю, как. Психологи, люди. Видела тебя сегодня, когда ты ехала. Ты такая красивая. Ой, блин. Я сегодня была очень, не очень, если честно, потому что мне 4 человека на дороге подбесили немножко. Пирсинг языка есть. Егор долетел, да. Спасибо, спасибо. Когда у вас будет сторис со смешными картинками? Мемчики? Слушайте, у Демида была аллергия, единственное, на нурофен. Мы даже поехали в поликлинику узнать, что за фигня. У него была сыпь по всему телу, и это было от нурофена клубничного. Скучали. Да. Как можно читать все, что пишут? Стараюсь читать. Пусть тебя за щечку. Опасно ли делать на заслезку? Да нет. Тяжело рулить по Москве. Ну, как бы, я считаю, что вам нужно попасть обязательно во все трудные ситуации, которые могут быть на дороге. Это пробки. Можете езжать сразу в Химки, встать в них, заехать в какой-нибудь жопный двор и сдавать задом. Чем быстрее вы научитесь, тем лучше будет потом для вас. Видела не раз тебя в 13. Ты реально рассеешь позитив. Спасибо. А что, больше не будете жить с Кариной и с мамой? Ну, мы уже давно разъехались, можно сказать так. Нурофен, вообще говорят, вредный. Но у нас была температура просто высокая. И для того, чтобы ее сбить, мы дали нурофен. Хотя мы до этого нурофен всегда давали ему, и в этот раз пошла аллергия. Губы удаляла. А форма губ. Я их удалила же. Ну, вывела. Ты раньше была крутая, смешная, сейчас очень серьезная. Ну, блин, логично. Потому что раньше у меня не было забот, не было... Ничего. Я жила с девчонками, отрывалась, делала, что хотела, а потом произошло то, что произошло. Спасибо, дорогая, за советы. Коришка, Коришка, я думаю, что на следующей неделе она уже возобновит Инстаграм. Была ли уверенность в вождении? Ну, конечно, была, но я реально попала в первое время, в
первую, по-моему, неделю в жесткие ситуации, и после этого я начала чувствовать себя очень хорошо на дороге. На дороге либо ты, либо тебя. Привет, что все твои заветные мечты сбылись. Все взаимно. Мама с Кариной нет, уехали. Всем довольна, грудью довольна. Я скучаю по твоим собачкам. Где слепой? Собачки скоро к нам приедут, маленькие. Куда футболку с пандой мне подарила подружка Наташа. Я не заболела, я устала, честно вам скажу. У нас еще у Демида такой период, я не знаю, что это кризис 3 лет, или я не понимаю, у него истерики. Он показывает свой характер, ему ничего нельзя запретить, ему ничего нельзя сказать. И он, короче, я не знаю, мне иногда даже терпения не хватает. Я один раз расплакалась так. Вот, поэтому... Так потому что я виноград поела, потому что живот забурлил. О, Вет, это ты, тот самый Вет, в честь которого сегодня мой твой фан-аккаунт подписался на меня? Нет, стрелки рисую. Без мамы, наверное, тяжело. Ну, тяжело вас-то, конечно. Сейчас нету такого, что я могу... куда-то уехать спонтанно или... То есть у меня полностью график. И съемок, и работы, и всего-всего. Самое-самое, что сегодня готовила, мясо. Татухи, да, я же удаляю, вот они. Скоро полностью сведу. Я сделаю ваш совку. А Демиду пора в сад. Вот так он вот ходит в сад, неделю походил и сейчас болеет. А, няню нет, няню не планируем. Скинь пару тысяч. Давай, кидай карту. Почему ушла с 13 бьюти? Ну, всему есть предел. Да, мы живем. Кудрявые волосы, только выйдут усики на макушке головы. Да. А, боюсь. Нет, проблем с венерами нет. Волосы настоящие. А ветушки такие же, как и у тебя на груди. Почему программу не ведешь? Мы вот отсняли уже вторую серию абьюз-шоу. Вот. Саша, как же все-таки меняет девушка, другой мужчина? Отношения хорошие, сразу видно. Девушка очень сильно меняется. Мне кажется, сразу видно, когда вторая половина не... Инстаграмный пользователь, ну, как бы он есть в Инстаграме, но он не постит все там постоянно, свой каждый шаг. И мне кажется, я это стала перенимать, и мне тоже как-то спокойно начала относиться, не хочется всем делиться. Щекотки боюсь. Ваша песня с Сашей просто супер. Спасибо. Расскажите про Стоуна. Что мне про него рассказать? Планирую, конечно. А ведь нельзя смотреть на других красивых женщин. У меня был пирсинг языка. Он где-то там дырка. Нет, мама еще не уехала. Ты просто стареешь, мамуль. Авет, иди в жопу, пожалуйста. Он жил в гражданском браке 8 лет, у него уже свой появился. На элементы не подавала, ничего не поняла.
Мне нравится грудь, да, конечно. Как может сделанная грудь не нравиться? Объясните мне, пожалуйста. Песня в машине, супер, на репите, спасибо. Виноград застрял. Любимые твои блюда? Плов, манты, пельмени. Все, что связано с тестом, я обожаю. Все, кто хочет принять участие в абьюз-шоу, только Москва, пишите мне. И вот, да, Оля, это мой менеджер. Заскриньте. И люди, вы просите человека зайти в эфир и такую дичь пишете. Обожаю своих подписчиков. Очень многим спустя время не нравится ни мягко, ни натурально, вот интересно твое мнение. Не знаю, мне все нравится, и я не понимаю, какая она должна быть жесткая. Оля, тебе все равно никто не наберет у тебя губки. Ой, Саш, привет, моему парню вещи ставят лайки, бывшие. Как мне реагировать на это? Стоит ли мне написать или разъебать? Посоветуй, плиз. Тут, знаешь, такой момент, как твой парень на это реагирует. Если ему пофиг, тебе должно быть, знаешь, ты должна поставить себя так, что чувак с тобой, а она только показывает то, что ей, видимо, херово, и она его отпустить не может. Поэтому, ну, это обычный лайк.